Черт! Я только глаза продер, только открыл. Жутко голоден. А за мной уже сразу же погоня. Боже, я даже не успел понять, что происходит. Уйдите от меня. Быстренько перезарядиться. Твою мать! Откуда вас так столько тут? О нет. Вот это блин. Вот это да. Я вчера лег спать спокойненько себе. У костерка. Сейчас глаза открываю. А тут зомби, ё-моё, еле ноги унес. Думал, все, хана мне будет. Во, блин. Так, сколько у меня патронов? Я голоден, как собака. Надо посмотреть, что у меня с едой. А у меня еды даже нет. Офигеть. Или подожди, 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 подожди. Back in beans. Can. Мне готовить надо. Надо возвращаться назад. Так, тут у меня мало патронов вообще. Надо револьвер... А, револьвер вообще пустой. Так, здесь немножко есть. Совсем немножко, черт возьми. Куча пистолетов. Толку никакого. Так, надо приготовить немного еды. Покушать и... в путь. День первый. Ночь прожил... прожита. Неужели? Так, по карте. По карте я довольно-таки далеко. Мой прошлый дом, в котором я обитал, он был где-то, дай бог памяти, где-то вот в этой территории. Вот этот, нет, не вот этот, ну где-то вот здесь он был. Сейчас я очень далеко, поэтому будем пытаться как-то выживать в этой части сперва. Дальше будет видно. Давай теперь осмотримся, так как уже светло. Кстати, тряпочку надо с собой взять. Не помешает, да? Так, я взял уже отсюда. Давай здесь еще немножко нарвем. Ну, естественно, тут, как и вчера, ни черта нет. Тут, соответственно, все пусто. Очень обидно, очень плохо. Кстати, у меня точно ничего с собой нет. Ну, у меня есть один рожжик. Точнее, один... немножко, в общем, этого хвороста, сушняка, в общем, кто как называет. Так, давай по деревяхам. К сожалению, тут пусто. Я не хочу сейчас брать топор и рубить прям целое дерево из-за дров. Но как назло, мне не удается найти хоть немного дерева. Ну-ка. Шикарно, есть. Одно бревнышко у меня есть. Может быть, его хватит мне приготовить хотя бы несколько баночек, так, чтобы хоть чуть-чуть червячка, как говорится, заморить. Вот. Довольно мало, на самом деле. Довольно мало, и оно быстро... Так, готовить, готовить, готовить. А в смысле? Почему он бросает? Так, подожди.
чё... А, во. Так. Будет он это готовиться? Да, готовится, слушай, отлично. Так, три банки. Три банки. Ох-ох-ох, пошла мазута. Там все щелкает, стреляет. Отлично, пока есть возможность, надо наготовить борщей, супов всяких побольше всего. Так вот. Так, это давай пока покушаем. По 150 калорий. Но это лучше, чем ничего. Так. Ох, я тут устроил полевую кухню. Ох, как замечательно. Поехали кушать. Так, хорошо. Черт. Может, успеть доготовиться? Четыре банки, в общем, не успели дожариться у нас. Догреться, доготовиться. А мне совсем чуть-чуть осталось. Ну, черт возьми, дайте мне хоть чего-нибудь-то, какую-нибудь. Хоть какие-то ветки дайте мне. А, слушай, а мне теперь еще и розжиг этот нужен мелкий. Блин. Это мне надолго тогда тут придется задержаться, поэтому ладно, давай тогда заберу это все. Так, вот. Пока у нас есть время, надо двигать туда снова, в сторону города. Кстати, фонарик надо выключить, батарейка не резиновая. Надо двигаться в сторону города. Вот. Нашел, представляешь, нашел этот. Ну, в общем, дрова еще нашел. Все, пошли, в общем, в сторону города. Я думаю, там где-то 100 калорий мы и так... Нароем себе где-нибудь в какую-нибудь пачку чего-нибудь найдем, каких-нибудь хлопьев, шмопьев там, и все будет хорошо. Так вот, вроде бы это там, в той стороне вижу. Пошли. Ну что я могу сказать, надо снова наведаться в оружейку, обязательно. А вдруг повезет? А вдруг повезет? И на этот раз мы найдем дробовик в хорошем состоянии, да еще и, может быть, и патроны там будут. Так, надо как-то... аккуратнее тут спуститься, так чтобы я спустился, а не крякнул. Ох, ой. К этим магазинам я пока подходить не буду, мы пойдем прямиком сейчас. Господи, божечка, курехи, чего вы то орете-то? Прямиком пойдем к тому магазину. Ух ты. Тут окна разбиты. Разбиты окна, значит, тут были люди. И на них агрились зомби. Блин. А вот это плохой знак. Это очень плохой знак. Это очень плохой знак. Это означает, что скорее всего в магазинах уже побывали. Плохие новости. Так, я специально даю такой круг, чтобы не подходить близко-близко к домам. Дабы лишний раз их не агрить на себя. Кстати, вот этот дом. Надо бы проверить, там замки вообще стоят. Вряд ли, потому что... одно окно не забито. И если даже стоят замки, но окно не забито, скорее всего там зомби есть. Я правда не помню, как правильно... можно выселить зомбей. Что именно надо? Замок повесить на дверь? Или окно забить? Или все и то надо сделать? Пиши в комментариях, если ты знаешь. Подскажи. Выживальщику Донни. Что в этой жизни важнее? Закрытые окна? Закрытые двери? Или все и сразу? Как говорится, all inclusive. Попов. Гроцерий какой-то. Или гроцерий. Вот он, магазин.
круг я дал. Сейчас попробуем подойти к нему как-то. Аккуратней. Смотри, там торчат. Кстати, надо взять куколку в руки. Тут 3 патрона всего-то. Подожди. Какой-нибудь, в котором побольше патронов. Вот тут 5. Так, у меня, кстати, на дробовик 19 патронов. Алло. Пошли вон. Блядь, хамуха, дверь открыта. Твою медь. 308-е. Винтовка. Отлично. Патроны. 12-й. 15 штук. Боже, это такой шикардос. 9-ка. Слушай, ну неплохо, неплохо. Это, конечно, не то, что я хотел. Я хотел дробовик. Но черт возьми, винтовка, если она еще в хорошем состоянии. И с потрошками. Что я там каких-то набрал патронов. То это как минимум. Вкуснейший на ужин олень. Уходим. Уходим, уходим. Уходим, уходим, агри. Понагрили, смотри. Они все повыходили. А теперь включаем. Как там, 6-ю, 7-ю скорость. Форсаж 16. Тихо, тихо, тихо. Что за фокусы без фризов? Без фризов, без фризов. Так, с этим хорошо. С этим хорошо. Тут чего у нас? Подсобка магазина. Тут однозначно где-то бродят люди. Вот, вот прям вот чувствую их. Картонную коробочку возьмем. Вот слышишь? Тут кто-то ходит. Помимо зомби. Кто-то будто бы двери открывает. Так ощущение, как будто специально меня и хагрят. Твою мать! Ходим. Я не хочу лишний раз стрелять, черт возьми, мне патроны и так нужны. Но у меня есть розжиг, у меня есть дрова, у меня есть еда. А что я буду тупить? Смотри, пошли пока туда покушаем. Быстренько откинусь покушать. Откинусь. Нет, 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 мы сейчас с тобой зайдем в какой-нибудь дом. Однозначно. Вот как вот, вот в этот вот мы сейчас с тобой пойдем в дом, раскидаем там зомбей, посмотрим, полутаемся, чего там есть. Оттуда потом пойдем уже на передышку туда. Кстати, тут чего у нас интересного есть? Это можно присесть туда-сюда, тут карта. Можно взять карту, но карта у нас уже есть, поэтому нет смысла туда заглядывать. Так, что, сколько вас тут? Рассказывайте. Ух ты, япона, мать. 1, 2, 3, 4. Твою ж мать. Довольно много. Заряжай, заряжай, заряжай! Махмуд, заряжай! Оу! Так, тихо. Расслабься, расслабься, все хорошо. Сосредоточились. Нас ждут великие дела. Это пулька для тебя. А где еще? Все? Мы договорились? Лопата. Патроны. 12-й, 10. Очуметь, бандаж. Супер. Отличный домик, в принципе, слушай.
Мне он уже сразу понравился. Лопату я не знаю, но я возьму. Пока. Эй! Куда собрался? Я тебе еще не успел это самое пощупать. Совесть-то имей. Кто так делает? Ноль. Опа, патроны. Девяточка. Консервная баночка. Шпинат какой-то там. Если это шпинат. Ну. Опа. Ну, скорее всего, это еда какая-то. Сверху вот смотрю, консервочки. Так, тут что у нас? Еще консервочка. Рис. Крекеры, печенюхи. Замечательно. Так. Мне нравится этот дом. Ну, конечно, какая-то фиговая курица, но ничего. В прошлый раз мы тоже ее подняли и неплохо потом зажарили, съели. Тут уж, как говорится, апокалипсис, голод не тетка. Ух ты, какая кроватка. Это детская. Кубики, мубики и все такое. Где еще комната? Вот еще тут комната. Слушай, довольно большой дом. Он одноэтажный. Но довольно большой, кстати. Давай пока... А, понимаю. Типа уже не влазит, все. Нагрузился. По самой не балуйся. Так, давай быстренько я сейчас капкейки слопаю. И у меня даже перебор на 100 калорий. Но это не слишком критично, так что нормально. Все, я нажрал свой себе полный желудок. Меня это радует. Сейчас я направлюсь отдохнуть немного. Подожди, а хотя сколько времени сейчас? Автонон, слышь, алло. Какой отдых? Пошли работать. Нам надо еще работать, работать и работать и работать. Кстати, что у меня там по инвентарю? Так, по инвентарю. А, блин, особо ты тут не наработаешься. Особо не наработаешься, слушай. А знаешь почему? А потому что у меня... Я перегружен уже туда-сюда. Мне, в общем, надо первое время выживать как-то так. Чтобы у меня увеличился переносимый груз, чтобы я мог больше тащить, там, жизни у меня было побольше. Пока что, наверное, придется побомжевать. Вот. Пока что побомжевать. Ну, а потом так, чтобы я уже смог набрать себе необходимого лутецкого для того, чтобы можно было собрать машину там и все такое. Кстати, давай вот эту машину проверим, что с ней не так-то. Кто тебя, бедный, обидел? Какая-то вся она перевернутая. Сторидж. Пустая. В капоте есть под капотом что-нибудь? Наверное, что-то и нет. Так. Я не вижу, я снова потерял дым. Поэтому давай-ка сейчас мы оглядимся. Чуть назад отбегу. Посмотрим. Ну, он где-то был, по-моему, рядом с этой вышкой. Union Point. Госпиталь 7 километров. Ого! 7 километров. Welcome to Old Town. Добро пожаловать в старый город. Интересный гаражик. Давай туда сгоняем, посмотрим, что в этом гараже есть. Потом уже пойдем туда наверх. А вот, кстати, вот и дым. Понял, принял. Запомнили. Конечно, если честно, я бы по-хорошему хотел бы вернуться все-таки в свой домик тот. Я понимаю, что после вайпа там уже он не мой, там и вообще живет там кто-то или нет, вообще абсолютно без понятия. Но тем не менее, слушай, а тут крутой дом. Я бы хотел бы тот домик вернуть себе. Там и охотничьи угодья, помнишь, были, там все было неплохо. Опачки. А тут, черт возьми, смотри, что. Тут полный атас. Тут кто-то пытается обжиться.
А зомби не дают. У зомбаков свои, как говорится, идеи по этому поводу. Свои планы на этот дом. Ну а чё? Давайте. Вот, работаем, работаем. В чем дело? Я за вас это должен делать. Тут, кстати, чего? Тут замки, слушай. Тихо, тихо. Вот так вот и стой. Вот так. Так и стоим. Ломай, ломай. Ай, молодца. Ай, молодца. О, ну так ты ломать будешь до завтра. Мало каш ел. Так это надолго. Эй! Молодой красивый. Эй-эй! Ого! Вот халтурщик, а? Люди как люди. Ломают себе там все, а ты? Знаешь, что тебе скажу? Тут могут быть вполне интересные вещи в этом доме. Лутецкий, мутецкий, все такое. Что тут по замкам? А тут нет замков. Оу! Или есть? Я что-то не понял. А, тут открыто. Ой, ёпта. Ладно, все. Понервничали и хватит. Эй! Агоу! Ты где там? Тебя что, там замуровали, что ли? Ай! Помогите, люди! Господи. О, патроны, отлично. А сколько? А, один патрон. Что это? Нуц. Берем нуц. Нуц берем. Это что такое? Карта. Не берем карта. Карта у нас есть. Это еще что такое? Это хороший компас, кстати, он будет гораздо лучше, чем тот, который у меня сейчас есть. У меня, типа, он самодельный, мы нашли его. Вот. Мы нашли самодельный, а тут крошечный. Магазинный. Так, еще одна лопата. Ну что ж, это что у нас? Хрен его знает, порошок, наверное, какой. Печенюхи он не берет, ты нормальный вообще? Блин, полный инвентарь. И как назло, сейчас тут, наверное, столько будет всяких вкуснях, да? Ну, тут еда в основном. Вот. Да, очень плохо, у меня инвентарь забит. В принципе, тут пока что и брать-то нечего, насколько я вижу. Насколько я вижу, тут и брать-то пока нечего. То есть тут человек просто был пока занят тем, что обустраивается. Ну, я думаю, это логично. Вот как вот в прошлый дом, да, в прошлом видео. Light switch. Ух ты. В прошлом видео, когда мы зашли в дом, видно было, что там кто-то пытается что-то себе построить, но он натаскал уже себе полные шкафы всего. Ух ты. А вот тут уже что-то может быть внутри есть. Вот, он поднатаскал себе полные шкафы всего, и заходи, как говорится, бери, не хочу. Ну, вот в этих вот наверняка что-то уже есть. Вкусненькое, интересненькое. Естественно, я ломать это все не буду. Да и нет смысла, я и так нагружен уже. Я и так уже нормально нагрузился. И у нас тем временем туда-сюда, и уже скоро будет вечер, ночь, и все с этим вытекающее. Что мне нужно? Мне нужно быстренько свалить туда вот на кемпинг, сообразить себе побольше дров, так, чтобы я мог переждать ночь. Наготовить себе борщей, супов всяких, чтобы с утра встать и можно было покушать. Ну или как минимум утром это приготовить.
Лисица, он хорошечная. Тебя бы подстрелить, я не знаю, это вообще было бы круто, но... Я боюсь, что у меня в инвентаре места не хватит, и я зря просто замучаю животное, убью. Поэтому я не буду ее трогать. Охота хорошо, но это попозже. Понимаю. Тут курицы, кстати, довольно-таки странно кудахчат. Иногда такой звук, как будто с басами дает. Так смешно это звучит. Угу. И тут пусто. Вообще у меня до этого была хорошая машина. У меня был джип армейский такой военный. Ну, я думаю, что я буду именно такой же себе и подыскивать. Хотя тут получается так, что с одной стороны можно в принципе себе и любую машину для начала взять. Загрузить ее. Насколько туда влезет. Нагрузить в нее побольше всяких там свечей, бензина, ремней там и прочих аккумуляторов. Ну и ездить в поисках хорошей машины, джипа. Вот как на прошлом сервере было. Как, кстати, я же сервер поменял, по-моему. Ну, я даже, если честно, не знаю. Вроде бы поменял. Потому что я куда-то зашел вообще тупо от фонаря сейчас. Потому что... Все равно вайп. Ну, по всей видимости, это тот же сервер. Ну, а там не знаю, в общем. Тот не тот. Короче, неважно. Вот, и можно кататься себе и искать. Потом просто туда все переложить, подключить, заправить и вперед. На более хорошей машине. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Инвентарь полный, ну зашибись. Где-то, подожди, с левой стороны, вон они палатки. Раз там пишется, что инвентарь полный, то скорее всего там что-то есть. Давай я сейчас, знаешь, что сделаю? Мы сейчас подготовим там костерок. Разложим там покушать баночки. Вот, ну и побегаю, пока еще дровишки пособираю. Пока светло. Главное, чтобы никто не пришел, пока меня не будет, и не спер у меня всю еду. Это могут. Это могут. Кемпинги, слушай, довольно скудные. Хотя тут, смотри, тут вон есть уже молочко. А это что, типа можно тут же и заночевать, что ли? А, нет, это поиск. Я понял. Итак. Давай пробовать. Расставлять. Как-то вот так вот, да, надо? Вон, там уже мяско мы с тобой положили, отлично. Протух. А это разве будет готовиться? Подожди. Бокс, 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 кен. Не, ну вот эти боксы мы и так слопаем. Че его готовить-то? Все. Что-то как-то мало. Две банки у меня всего лишь, что ли? Вот у меня еще четыре. Сейчас мы тут наготовим борщи и супов всяких. Так вот. Все, отлично. Ну... Теперь надо немного дровишек поискать. Черт возьми. Наконец-то утро. Что-то я заспался прям. Уже обед. В общем, это была такая ночь, которую... Одна из тех ночей, которые вспоминать даже не хочется. Костер я так разжечь не смог. Банка примерзла. Поднять не могу. Катастрофа просто какая-то. Наберу сейчас тут тряпок и надо уходить. Пока утро, я хочу... Точнее, уже обед. Я хочу вернуться снова в город. Мне надо все-таки, наверное, пробовать как-то собрать машину. Без транспорта очень тяжело. Мне некуда девать то, что я понаходил. Мне придется, скорее всего, часть выбрасывать постоянно. Вижу дом. Пошли туда. Патронов у меня пока достаточно. Опачки. А ты чего так далеко-то тут делаешь? А?
Одна денёшенька. Стоишь на солнце пёке. Ага. Пустая. А багажник не пустой. Генератор? О, чёрт. Кстати, лопату выкину. Что у нас тут есть? Радиатор. Шовел. Это я туда скинул. Испорченные планки. Типа старые... Ну, в общем, плохие планки. Экстенсион корд. Корд. Это провод, что ли? О, блин. Итак, чешем отсюда дальше. Блин, как это хреново, когда ты не можешь. Когда ты не можешь, блин, тащить с собой все это. А ведь оно надо. Ну, слушай, ну я думаю, что значит он этот дом обустраивает себе. А тут неплохо. Скажу я. У нас что? Давай скушаем. Угу. Четырнадцать. 70. Тут не висит замок, слушай. Получается, смотри, стоит там замок, тут типа по одной планке рубанули и все. Чего тут? Пусто. И тут пусто. Ну что, надо идти искать, где город. Я сейчас посмотрю по карте, где я нахожусь. Получается, город там. Нет, наоборот, в этой стороне. Ну да, вон вышка. Так. Значится, тут уже занято. Как раз это такой же домик, как вот я брал себе там, рядом с большим городом. Дом. Опа. Интересно. Дом и рядом палатки. Я был, значит, не у этих палаточек. Потому что где я был, я не видел там дома. Вот я был там. Вон они, палатки. Слушай, тут еще одни были рядом, оказывается. Опа. А тут уже имеются товарищи. Эй. О, черт! Два раза выстрел в голову, и он не выдержал. Как так-то? Не сейчас. Не сейчас. Чистые тряпки у него.
патроны. Ох, блин, 17 штук. Не-не-не-не-не-не-не. Да как так? Нет. Ух ты, смотри, тут уголек есть. Тут есть уголек. Ага. Уголек это хорошо, но не хватает дровишек. Так, тут уже кто-то пытался застроиться. Повесили замочек, смотри на эту тумбочку. Угу. Блин, я не могу патроны взять. Это что это? Это как? Боже родный. Что с этими патронами? Как бы мне их забрать? Так, тут может быть повезет дровишки какие-нибудь схватить тут. Черт. Естественно, нет. А эти костры, короче, они пока не горят. Я не знаю, зима, может быть, холодно, все такое. Отсырели. Так, мне срочно нужны дрова. Надо раздобыть дров. Так, пушку я пока уберу. И мне надо... Подожди. А куда я дел этот? Дробовик. Твою мать, я дробовик походу в машину выложил. О, замечательно. Я там дробаш в машину выложил. Случайности, надо будет вернуться забрать. Уголечек. Уголечки возьму. Уголечек это хорошая штука. Вот. Сушнячку немножечко взять на разок. Разжечь. Боже. Они повзрывались, я чуть не обделался. Кстати, я уже сыт. Вполне себе сыт, поэтому я эти баночки сейчас позабираю с собой на следующий день. Да, вот он. Как я умудрился выкинуть? Ах ты, черт побери. Бережемся. Надо вернуться назад, подумать. Опять же, что-то надо скинуть. Что-то надо скинуть и забрать с этого дома патроны. Черт возьми, там 12 патронов или сколько там было? Или 17. Надо обязательно их забирать. Я не имею права их там оставлять. Патроны это все. Заходит солнце. Блин, это печально. Надо быстрее возвращаться к дому. Делать что-нибудь, забирать патроны и валить оттуда опять. Блин, оно заходит уже, черт возьми, сейчас нарисуются товарищи. Это чертов дом. Вот он. Я надеюсь, там еще никто не повылазил уже.
Еще вечер. Еще ж не ночь. Бля. Уже повылазили. На выстрел могут сейчас с окраин сбежаться. Где, блин, дверь? Нож. Антибиотики, патронов больше нет. Что это за патрон 9 миллиметров? Блин, тех патронов больше нет. Грустно. Это очень грустно. В округе больше нет никого. Нет, я не могу взять. Дико пить хочу, кстати. Блин, я очень хочу пить, у меня нет воды. Но я сейчас все равно воду себе не найду. Мне надо где-то переночевать. Утром уже думать, что делать дальше. Генератор я нашел, это очень круто. Мне теперь надо найти место, где бы его спрятать. С собой его таскать — это не самая хорошая идея, потому что он довольно-таки тяжелый. И я из-за него сейчас не смогу больше ничего с собой носить. Мне надо найти довольно укромное место, чтобы его спрятать. Да ладно. Твою мать. Бляха-муха. Один патрон, слушай, я у него взял. Ну, короче, ночка у меня, чувствую, будет веселая. Я в такой заднице. Они тут прямо в лесу гуляют. Это вторая ужасная ночь моя за сегодня. Вторая ночь за сегодня звучит, конечно, круто. Но ты меня понял, думаю. Дом. Дом — это и хорошо, и плохо сразу же. Хорошо, так как там можно чем-то поживиться. Плохо, так как в округе сейчас ночью кругом зомбей. Много. Ух ты, елки-палки. А тут и не один дом. Там мост, смотрю, дорога и куча зомбаков. Блин. Уходить отсюда я все равно не буду. Мне надо как-то тут переждать эту ночь. И утром спускаться к цивилизации. Бывшей цивилизации, ну... Ты меня понял. К остаткам цивилизации. Продолжать искать. Вообще, по-хорошему, мне бы найти машину, которая более-менее собрана. Найти ее желательно как можно ближе к утру. Утром прям вот так вот, что прям ядовитым утром. Чтобы я мог сразу в багажник поскидывать все лишнее
все тяжелое самое. И не, далеко, и не отходя далеко, постараться побегать вокруг, собрать все, что необходимо для того, чтобы ее собрать. Это будет вообще круто, потому что я тогда смогу увести все это с собой, и у меня будет куча места для того, чтобы продолжать собирать гвозди, молотки и прочее, чтобы обустроить уже домик себе. Это было бы прям замечательно. В общем, к сожалению, мне придется прямо тут и заночевать. Ну что ж, дорогой мой дневник, увидимся с тобой, наверное, уже утром. Спокойной ночи.